Календарная зима началась, предупреждения закончились. Сотрудники ГАИ проводят рейды, проверяют документы и, главное, штрафуют за несезонную резину. На Октябрьской наряд ДПС нон-стоп останавливает водителей маршруток и такси. За перевозчиками особый контроль. Как нарисована снежинка, это есть логотип, потому что зимняя резина есть. Рисунок мы видим, что нормальный, новая. Вопросов никаких нет к водителю. Меняли резину 2 недели назад уже, были готовы как бы к осадкам заранее. Ну и ответственность, конечно, чувствуем. Инспекторы учитывают не только специальную маркировку, но и высоту протектора. Она должна быть не меньше 4 миллиметров. Кроме того, зимние шины необходимо установить на всех колесах. Резина с большим износом запрещена. Это опасно на дороге. Управление автомобилем может выйти из-под контроля. Любые маневры на зимней дороге нужно выполнять не только заранее, но и плавно. Резкий поворот руля или нажатие на педаль газа могут увести автомобиль в занос. Будьте осторожны. С этого дня за неперебутый автомобиль грозит штраф 29 рублей. Повторное нарушение по кошельку ударит еще больше. Максимально придется заплатить 145 рублей. Госавтоинспекция совместно с заинтересованными лицами, это и телевидение, и вообще средства массовой информации, провели профилактическую работу с населением в трудовых коллективах, в учреждениях образования. Практически все обручане готовы к зимнему сезону. За время проведения рейда мы не выявили нарушителей правил дорожного движения. К слову, в Беларуси продолжается профилактическая акция «Зимние шины безопасности для машины». Первый гололед уже преподнес немало сюрпризов для автовладельцев. По стране за последние сутки зафиксированы десятки ДТП. Почти везде причина одна – скользкая дорога. И это тот самый случай, когда скупой платит дважды, а может и трижды. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.